Телеканал КРТ представляє. От, Оля Велюрова. По-моєму, йому точно немає до соціальної дистанції. Во-первых, это старое видео. Но все равно. Вот. Более того, это как раз видео, скорее всего, писалось в период участия в танцевальном конкурсе. Это же, на самом деле, танцы со звездами. То есть наш кандидат, один из кандидатов мэра, настолько широко развитый. Подожди, у нас президент победил в конкурсе «Танцы со звездами». Не в этом же. Ну, подождите. Не в этом жанре. Президенту помогло же то, чем он играл на рояле. Поэтому я думаю, что этот ролик должен точно Николаю помочь. Ну, смотрите. Продвинуться. То есть это последнее оружие, такой последний удар. Массовое поражение. Но дело в том, что он этим местом действует более эффективно, чем головой. Поэтому человек не скрывает. Я предлагаю делать так. То есть в транспортном комитете оно ему тоже помогает. Секундочку, давайте пойдем с практической точки зрения. Вот сказали, что процедура праймерис еще неизвестна пока. Она пока не ясна. Я предлагаю, зачем нам какие-то дебаты. Ну. Давайте делать танцевальный баттл. Вот, кстати. Вот танцевальный или баттл. Или рэп-баттл еще можно. Ну, рэп-баттл, это тут проблема. Тут надо еще уметь читать и быстро. Это не каждый сможет. А вот танцевальный конкурс. Кто-то ковырялочку станцевал, кто-то в гопак, кто-то вот тверк, тверкнул. Да. Каждый чем может. Я думаю, что проще... Ну как, Влад Яма обязательно. Катерина Кухар, как минимум. Чапкис. Александра, я не согласен. Монатик. Я не согласен. Это все вы называете старые конкурсы. Я считаю, что, во-первых, фракция «Слуг народа», она очень мега-креативная. Да, это правда. И они, вот конкурсы должны быть, конкурс зашкваров. У нас не было. Вот представляете, вот вы, главная ведущая, конкурс зашкваров. Четвертьфинал, понятно, что четверть, например, Брагар с Клитиной. И вот там он заходит на сцену с собаками элитных пород, а она заходит в бикини, понимаете? И собаки падают в обморок. И вот тут что дальше? Но тут есть нюанс, что Клитина пока еще не вступила в «Слугу народа». Не, ну как, она во власти. Мне недостойно пока. Она, хорошо, а «Слуг народа» была замминистра. Ладно, секунду. Ну давай по-другому. Брагар против Еременко. Он со своими, с конкурсом в бикини. А Брагар с Антосеренко заходит в со своими, бикини. Да, с эскортом, да. А перед началом конкурса Николай всех поздравит с Днем Чернобыля, с Днем Голодомора и с Днем начала Великой Отечественной войны. Поздравит всех и не забыть, чтобы... Да, вот, ну а как? Какие еще это, были это, такие это, кстати, когда-то Юсенька такое... Ализа Богуцкую можно позвать, мне кажется, она тоже... Хорошо, речные Майдана, скажет, что это роковины. Нет, я думаю, что как раз Лизу Богуцкую. Кого кстати, это еще? Может быть так еще получить резонанс, я бы сказал. Как же? Там еще есть Третьякова. Да, вот за Третьякову нужно как? Вот сейчас все было модно всех проверять на полиграфском аппарате, да? А нужно уже вот сделать не полиграф-аппарат, а стерилизатор. Да. Вот, и вот Третьякова выходит на конкурс со стерилизатором. Да? Нужно анализ чего-нибудь взяла и сказала, ты качественный или некачественный. И очень удобно, тогда не надо, смотрите, не надо иллюстраций, не надо никаких спецпроверок, не надо ничего. Идешь в Третьяковой, берешь заключение, качественный, пришел со справкой, хочу быть подпись министром. Третьякова, знак качества и все. А Третьякова на это может устроить коррупционную схему, будет справки она это устроит коррупционную схему, но она будет всем понятна. Идешь в одно место, берешь одну справку, идешь работаешь. Сдаешь что-то. Да. А так есть коррупционная схема, но много надо справок. А так все одна, понятно. Самое главное, раз ты качаешь... Тогда можно и конкурсы отменить. Нет, так приходишь, тебе говоришь, от кого ты? Да, так какой конкурс? Третьяковый, все. Я качественный, все. Ну я качественный, а ты не качественный. Раньше говорили, я от Кононенко, теперь я от Третьяковой, да?